Усилитель стерео интегральный Philips F4220. Стрелочные индикаторы, как называют модно, стрелки. На борту имеет фонокорректор, подключение CD-диска, тюнер, тейп 1, тейп 2. Фонокорректор у него MM, понижение фильтр низких частот Lowness, фильтр, не фильтр, а темброблок, высокие и низкие частоты, баланс. Вот, значит, выход у него на две пары акустики. Выход точка тире. Производство Made in Belgium. Ну что и требовалось, как говорится, от Philips ожидать. Что это штаб-квартира в Бельгии. Они все там делали в Бельгии. Значит, будем его слушать. Очень чувствительный бас. Маленький колобчик, но поет
Очень душевно.